Всех приветствую на моем канале. Сегодня готовим очень вкусную гречку, гречневую кашу. Вот я приготовила лук, две таких средних луковицы, можно даже больше немного, и большую морковку. Гречневую гречку я хорошо промыла, стакан гречки. Сейчас будем жарить на сковородке лук, затем морковь. Обжариваю лук. У меня немного попала морковка. Обжариваю лук хорошо, добавлю морковь. Вот обжаривается морковь, добавляю свежий молотый перец черный. Добавляю паприку, где-то пол чайной ложки. На вашу любимую травку, какую вы любите. Я добавлю базилик, вы можете итальянские травы, что вам нравится. У меня уже закончились травы. Ну, сейчас вот обжариваем, пусть травки откроют свой аромат, вот там разжарятся. Морковкой надо очень осторожно, чтобы она не пригорела, потому что она очень быстро пригорает. Ну, вот она почти готова, сейчас еще 2 минуты и все. Добавила стакан гречки. И сейчас, если у вас стакан гречки, то 2 стакана воды. И посолю по вкусу.